Сеть позволяет создавать смарт-контракты и децентрализованные приложения DApps как часть экосистемы децентрализованных финансов DeFi. Основная сеть была запущена в апреле 2020 года. В платформе два нативных токена. Celo — это токен с подтверждением доли владельца, Proof of Stake, используемый для оплаты транзакций, участия в управлении и подобного. В будущем платформа нацелена на размещение различных стейблкоинов, один из которых Celo Dollar, который уже используется. О курсе и статистике этой криптовалюты вы сможете узнать в бирже Gate.io. Вы сами знаете то, что криптовалюты очень сильно волатильны, поэтому будьте аккуратны и следите за котировками на бирже. Celo – это блокчейн-экосистема, ориентированная на увеличение использования криптовалют среди пользователей смартфонов. Используя телефонные номера в качестве открытых ключей, Celo надеется познакомить с транзакциями в криптовалюте миллиарды владельцев смартфонов во всем мире, в том числе тех, у кого нет доступа к банковскому обслуживанию. Celo была создана Рене Рейнсбергом в августе 2017 года. Рейнсберг ранее несколько лет работал в регистраторе интернет-доменов и хостинговой компании GoDaddy. С тех пор Celo выросла достаточно, чтобы вместить большую команду, которая, по словам компании, включает в себя опытных сотрудников из самых разных областей, в том числе из государственного и частного сектора, технологий, некоммерческих и неправительственных организаций. Продвижением и сохранением Celo занимается отдельные организации. Целовой фонд Celo Foundation – это некоммерческая организация, которая была запущена одновременно с основной сетью. А Celo Alliance for Prosperity – это компания, как описывает себе, экосистема организаций, разделяющих общую миссию. Что особенного в Celo? Главное и уникальное преимущество Celo лежит в фокусе на пользователей смартфонов. Компания утверждает, что количество владельцев смартфонов растет в геометрической прогрессии, тогда как количество пользователей самого криптовалют растет гораздо медленнее. К тому же, криптовалюта очень подходит для регионов, в которых у большой части населения нет доступа к банковскому сектору, но все же смартфон имеется. А где можно купить этот коин? Я лично пользуюсь Gate.io. Есть несколько причин, почему выбирать эту биржу. Во-первых, интерфейс проекта очень понятен. Во-вторых, большой выбор торговых пар, адекватная торговая комиссия, наличие мобильного приложения и есть куча преимуществ. А также, еще один плюс. Переходя по ссылке в описании, вы получите 20% скидку на торг комиссии. Биржа очень крутая, так что работать с ним определенно стоит. Какие его достоинства? Биржа входит в топ-7 самых лучших бирж в криптомире и имеет положительный бэкграунд. Чтобы начать торговлю, надо пройти легкую регистрацию, а именно заполнить стандартную форму и подтвердить почту. Обязательно запишите данные, чтобы не забыть. Чтобы начать торговать, надо пополнить баланс через криптокошельки или карты. После переходим в классическую торговлю и покупаем монеты, которые хотим и которые мы изучили. На всякий случай подтвердите личность, так как это упростит работу с биржей, но KYC не обязательно. Устранение разрыва между двумя технологиями. Вот к чему стремится Celo. Наряду с использованием преимущества DeFi, поддерживая создание DApps и смарт-контрактов. Блокчейн Celo оптимизирован для мобильных устройств. Он автоматически рассчитывает комиссию за транзакции, а также дает пользователям возможность оплачивать газ за транзакции в любом валюте. Как обеспечивается безопасность сети пользователей Celo? Celo использует доказательства доли владения, Proof of Stake, а не Proof of Work, для обеспечения безопасности. Помимо этого, в нем достаточно сложный процесс выборов для определения валидаторов блокчейна. Держатели CLO могут использовать свои активы для участия в выборах, где необходимо голосовать за группу валидаторов и участвовать в голосованиях по поводу управления и обновления. Другими словами, коин универсальный и удобный, не уступает другим коинам в функционале и в технической части. Акцент, сделанный на мобильных приложениях, постепенно повышает интерес к этой валюте. Если вас интересует рынок криптовалюты, тогда подпишитесь на телеграм-канал Ростиксена. Там публикуются посты, в каких мероприятиях он участвует и не только. А также на его канале вы сможете увидеть новости криптомира. Ссылка находится в описании. Переходите, подпишитесь.